Сегодня я расскажу, как мы с Женей и Наташей скатались на Биг Бен. Офигенно покатались, сгорели, потому что там реально солнце пекло. Немножко поснимал с дрона. Одним словом, выходные удались. Это прошлые выходные. Блин, некогда было даже видео монтировать. А сегодняшние, точнее наступающие выходные, он вообще будет, я думаю, отпад. Завтра, может быть, поеду попрыгаю с парашютом, пока не знаю. А в субботу и воскресенье мы едем на 2 дня на мотиках группы, там человек 11 или 12 мотоциклов. Едем в такой легкий трип двухдневный. Так что. А пока смотрите то, что я своял на Биг Берри. Улыбаемся и машем, как пингвины, да? Реально, наша скотовозка приехала.